Сейчас я вам покажу правду жизни. Вот кита дошла, и она не рестится, но мне мешает свет. К сожалению, она стоит под берегом, во-первых, ее видно плохо, а во-вторых, к сожалению, там мелко, и вода падает. Скорее всего, там, где они ямку кидают на нерест, это все погибнет. Парочка стоит, но сейчас я попробую к ним подойти снять. Дело в том, что я уже одну тут зацепил, поймал. Ну, ради эксперимента отпустил обратно. Она вот здесь прям крутилась. И я так понял, что она где-то тут ямку сделала. И вот думал, что она стоит одна, без пары, но потом обнаружил вторую. Кита мелкая, кстати. Но по идее она людей не боится, если медленно подходить. Воспринимает как деталь интерьера, тем более в маскировочном во всю. Вот он, как это. Вот он боком встает. Ну, увы, люди грабят. Раньше крупнее была тут она. Вот она стоит сейчас. Реку. Думал, она выше пойдет, а она уже здесь вполне. Вот одна стоит, а второй я не вижу. Самец. Уж может это две самки вообще стоят. Так, вот ее испугнул и потерял. Она ушла под коряги сюда. Сейчас, секундочку, ближе подойду. Потому что глубина тут тоже впритык скоро будет. Кита уже зеленая. Ну, то есть уставшая такая. Видавшая виды. Вот была серебрянка еще. 2 недели назад заходила. Ну, та шла выше. Вот здесь вот под камушком она. Вот, кстати, видно, вот вырыт, разрыт гравий мелкий. Вот она здесь присыпает камушками. Ну, может, достоит, не знаю. Скорее всего, нет, промерзнет все. Ну, ей виднее, конечно, где не рестится. Вон и кринки. Сейчас покажу. Вот они. Липу. Ух ты, бликуют. Вот они, видно, да? Вот это она отнерестилась уже. Только почему-то они не оплодотворенные. Может быть, я, конечно, не разбираюсь. Ну, то есть, вот в этой ямке это вот ее гнездо. Пугать не будем. Наоборот, сейчас бы прикрыть чем-нибудь. Потому что это все сожрется глинами, линками, прочей хренотой. Она вот здесь вот стоит. Вот кита атаковала воблер. За что поплатилась? Ну, это самец. Охраняет гнездо. Просто решил я проверить, будет он кидаться. Да, кидается он. И очень так рьяно. Сейчас я его отпущу, конечно. Пусть занимается охраной. Просто промерим все. Ну, хороший. Килограмм на 5, на 6. Нет, даже больше, наверное. Ой, больше. Больше. Больше 6, это точно. Берем плоскогубцы. То есть агрессивные они вполне, как бы, он спиннинг аж тянет. Жизни не дадут никому сейчас на реке. Ни хариусу, калечить будут линков, всех любителей икры, короче, наказывать. То есть вот такую маленькую рыбку он не пропустил. Именно не то, что он ей питается, а отгоняет от гнезда. Так, ну и что, он стряхнулся, что ли? А, вон он тащит спиннинг. Сейчас я его опять вытащу. Хищника. Да, самец зубы отрастил. Сейчас снимать будем. В смысле, о, на 2 крючка даже, тихо. Даже так вот он его заглатывал. Ну, он какой. Хотя, может, самка, что-то я горба не вижу. Ну-ка, закинем в эту яму.
все. Пошел он. В общем, атакует. Ну, заодно воблер разловили. А то никто на него что-то еще не соблазнялся. Хороший японский воблер, в общем. То есть, ну, он похож на хариус. Оранжевое брюшко такое. Только что золотистый цвет. Ну, что-то смесь между линком и хариусом, в общем. Поэтому она так на него бросилась сразу. Активно. Так что голодным тут остаться не... Вот зашел я повыше специально. С теневой стороны меня не видно. И тут вроде должен быть обзор лучше. Ну не знаю. Насколько возможно. Он видно камушками. Кучу сгреблены камушки. Это вот гнездо с икрой. Вон там стоит самец. Прям я над ним. Он дышит, он вентилируется. Тот ли, которого я на воблер сейчас вытащил и отпустил, не тот, не знаю. Что-то и здесь, вот где я тут второе, вот второе гнездо. Вон оно. Видно, прям камушки в кучку сгреблены. Вот стоит тоже. Дежурит. Ну, пара они вон. Здесь пара, а там что-то он один здоровый. Ну, три их, короче. Вот самец и две самки, получается. Сторожат. Сейчас наведу. Вот оно. Вот видно, да? Крутится. Одна, вон вторая. А самец вот он, ниже. Грозный. Собственно, я снять их и хотел. Тут меня оса отвлекает. Потому что любопытно. То есть вот можно видеть, да, если вы видите горку какую-то камней, это на горной речке. И разогнали вообще всю мелкую рыбу вплоть до галинов. То есть сюда не зайди. Вон еще один самец стоит. А, ну вон того, наверное, я брал. Вот поменьше, который с плавником, с помеченным. Короче, 4 штуки их тут ходит. Что-то странно все-таки. Процесс закончен. Теперь умирание. Они будут чернеть. Сначала зеленые, потом черные. И потом мертвые. Корм. Вот. Вот эта самка стоит. Морда округлая такая. Как я их различаю? Отличаю. Кстати, не видно, что она зеленая, но она зеленая все-таки. Ну и уже черные подпаленные появляются. А вон тут он поздоровее. Вон он. Лучше снято с этой стороны. Но он, конечно, меня видит, но ничего не сделает. Плюс они еще так пытаются вентилировать иногда. То есть вот старательно перевернули все камушки. Мордой рыли. Ты же сам процесс жалко, я не заснял. Ну тут не угадаешь. Для всего нужно внимание. Там, наверное, еще есть не одна, наверное, пара по заливчику. Блин, а где четвертый, я не вижу. Все-таки читал их 4. Выше, наверное, стоит там под корягой. Резкость плавает, пытаюсь навести на движущуюся рыбу. Вот.
Вот я сюда кидал под бревно воблер, то есть он сразу его хватанул. Без вопросов. Ну, пройду чуть-чуть, посмотрю, как он на меня среагирует. Будет удирать, не будет. Он так отойдет. Ага, вот еще стоит. О, вот этот вот кряк здоровый. Ну, не один он сейчас. Значит, тут у них пачка гнезд. Вот он еще. Вот он место получше выбрал. Поглубже. Не могу его снять. Бликует. Короче, в этом заливчике они тут отнерестились от души. Все, ушли повыше. Вот они, вот они. Он уже хвост облазит. Разбегайся, рыба. Ну-ка, сколько тут их? 6 штук уже есть. Вот тут не видно, что в камне кто-то переворачивал. А, вон еще ходит с белым хвостом. Вон они еще. Вон их. О, ну тут с десяток их будет. А где? А, вот где светлые безыло камни. Тут у них большая кладка, кстати. Вот здесь получше. Тут есть шанс ей продержаться. Ну, я сейчас так постою. То есть вот так вот дальневосточный лосось кита живет. Вот где все разрыто, светлое. Видно разница между покрытой илом. Во какой он. Вот этот мощный. Тут килограмм 8-9. Такой даже ближе к гонцам. Вот его съесть не грех. Он мясистый. Вполне себе. Функцию свою он сделал, я думаю. Поэтому. А вот поменьше это самка. С обкусанным хвостом. Кто и хвост обкусал. Ну уже все. Видно, обкусал, кстати, хищник какой-то. Может, на перекате. Может, в сетке побил. Вот они ушли на течение. То есть вверх они уже не идут. Все. Хотя могли бы. Ну, сейчас я спрячусь. И закончу. Все равно они сейчас вернутся. Может, что еще сниму. Солнце на меня оттуда с юга. Да, пробуровили неплохо, конечно. Вот крупными камушками прикрыто. Пора пить чай, короче. Шли на течение, не хотят появляться. Ну, это хорошо, что они вверх не идут. Пустохариус бедный бы страдал. С них они бы тут всех кромсали зубами своими. Вот он пришел. Вполне красиво выглядит, очень даже. Переживет всех их тут. Развернулся. Был бы я медведь, уже бы прыгнул давно за ним. Ну, я сытый. Сейчас еще пройду.
отбликует, наводишь так. Грозная такая поза. Океанская рыба. Зубы у них отрастают, когда они идут по Амуру. Так они не особо зубастые. Но во время хода у них клыки прям выпирают. Особенно у самцов. Да, ну видно, вон кладка вообще здоровая. Раскочегарили. Все, а здесь нету. Вот еще похоже. Никто не охраняет. Не, здесь нету, здесь течения. Хотя вот похоже. Вот они. Может, вот это тоже кладка. Ну, значит, будет малек, будет. А, ну вот тут уловца вполне может быть. Будет малек. Будет через 4 года следующий ход. Если не врубят, не отправят. Жизнь идет. Жизнь кипит. Нет, здесь уже нету. Вон там была последняя, тут уже течение, тут уже банально все. Ну, тут, кстати, линки могут быть и хариус, если их не догрызли, конечно.